Здравствуйте, дорогие дамы и господа, вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение Fallout 4. Собственно, я тут занимался небольшим ремонтом восстановления своего бронекостюма, брони братца стали, поставил ящики для оружия, для просто вещей всяких разных, в общем, приспособил свою базу, свое жилище, потихонечку над ним начинаю работать. Естественно, еще весь процесс будет впереди, и вы все это увидите, вот. Я все-таки решил сначала пройти, наверное, основной сюжет, потом буду все вспомогательные проходить. Ну, просто побыстрее хочу основу все закончить, и потом уже заниматься расслабленно, уже так серию выпускать, ну, нестабильно, потому что меня сейчас стабильно серии держат, потому что я проходить обязан сюжет, вот. А если я буду проходить не сюжет, не сюжет, и, во-первых, будет непонятна вся эта череда, да, так я пройду сразу основную сюжетную кампанию, и потом уже будет проще смотреть мои видео, потому что вы, например, если кто-то хочет посмотреть только сюжет основной, он с ним ознакомится, хотя если вдруг его еще кто-то не знает, ну, мало ли, есть, наверное, такие. И потом простое будет путешествие, выживание. Вот, я не знаю, можно ли сейчас повысить уровень сложности во время, ну, потом, во время игры уже, когда я уже начал играть. Вот, было бы здорово, я потом с удовольствием повысил бы сложность на максимальную, чтобы мне было более интересно. Ну да ладно, не будем об этом. Что у нас сегодня по заданию? У нас, в общем, молекулярный уровень. Собственно, мы все сделали, собрали для необходимого для нашего нового портала. Но у нас появилась непредвиденная ситуация. Тут требуется одному поселению помощь отбиться от рейдеров. Я возьму, наверное, броню попроще и смотаюсь к ним на всякий случай. Так, давай, наверное, вот этот возьмем, более такой у меня, ну, как бы крашеный. Вот, более такой представительский, что ли. Потому что все остальные пока еще в процессе, они ждут своей очереди, ну, как бы, да. Я даже думаю, что, скорее всего, можно вот с этого снять башку и поставить сюда. Она будет смотреть, я не знаю, ну, по сути же, наверное, можно так комбинировать, правильно? Пока что, пока я не найду полностью сет, вот, получается, головы Т-51. Ладно, давайте не будем уже затягивать, так серия затянулась. Нам нужно, получается, информация. Так, это отменяем. И где требуется наше вмешательство? Так, цель путешествия — станция Берленд. Я ж там был уже, да? Угу. Переносимся туда, поможем тамошним людям в их беде. Потому что мы должны помогать людям, мы сами вызывались, мы говорили, что будем помогать, соответственно, будем помогать, чтобы люди нам доверяли и шли навстречу. Хотел на паузу поставить, а нет необходимости. Так, ну что, да, помню, это, по-моему, одно из первых поселений, которое я, которым я помог и с кем я начал сотрудничать, да? Здравствуйте. Я уже догадался, что вам угрожают рейдеры, судя по информации. Так, излагайте все подробности. Just give me the details. They showed up in force a few days ago. There were too many of them. We had to give them what they wanted. They said as long as we kept paying them tribute, they'd leave us alone. At least we know where they're hiding out. Here, I'll mark it on your map. Так. Don't worry. I'll take care of those raiders for you. Thanks. It'll be a relief not to have to worry about them. Будет свободное время, надо, которое у меня поселение есть, хотя бы маленько усилить, потому что они совсем ослаблены, потому что мое основное поселение, естественно, никуда не нападает. Там, конечно, тоже не все идеально, но при этом получше все-таки, чем походу здесь. Ну, там все равно есть турели, там все огорожено забором, соответственно, есть патрули. А здесь что? Здесь ничего, по сути, у нас нет, поэтому вот и рейдеры, походу, и беспределят. По факту они нападают, ну, как ты только начинаешь развивать свое поселение, как я понял, то они сразу начинают нападать. До этого момента, пока ты не трогаешь свое поселение, вроде как, да, их не развиваешь, то они тебя тоже не трогают, они как бы не лезут к тебе. Вот, когда ты начинаешь развивать все эти деревеньки, ну, даже хотя бы одну, то, соответственно, и другие начнут страдать. Вот, и дабы, чтобы этого не было, нужно повышать их безопасность. Ну, я думаю, в принципе, это тоже ясно, да? Пайпер, ты что так шумишь? Так, и что, нам далеко вообще бежать? Нет, ну, давайте, наверное, добреду. В принципе, здесь не так... Слушай, а я, по-моему, даже знаю, где это. Да-да-да, по-моему, я точно знаю. Там еще турелик, блин. Я же оттуда уже вычищал, блин. Ну, паразиты, сука, обратно засунулись. Ладно. Так, ну что, я непосредственно уже подхожу к месту зачистки.
Ну, я даже уже догадываюсь, где. Да, вон она, турель стоит. Так, вот они снова вот тут оккупировались. Ну что ж, господа, я поздравляю. Я вам сегодня выпишу свежих люлей. Где он там? Ты смешной парень, я сами, да? На тебе, в челюсть. Я, наверное, думаю, в силовой броне получать челюсть-то не особо приятно, наверное. Очень болезненная эта процедура, но... Будешь в следующий раз знать. Если вы уму-разуму-то не учитесь, что ж я поделаю? Мне приходится помогать. Так сказать, я дал обещание помогать нуждающимся. Так, ну ладно, коль у нас в этом оружии патрон побольше, поэтому, собственно... Где ты? Кто стрелял? Ловушка, что ли? А-а-а! Короткий дробовик. Ну, не знаю, сколько мне нужен, конечно. Хотя можно его забрать, я его могу разобрать потом, правильно? И получить с него всякие разные запчастюли. Я сейчас теперь у меня много ящиков стоит, и, соответственно, я это все дело коплю, храню и так далее. Блин, что-то трупы валяются с прошлого раза еще. Господа, вы где? Вроде мне информация была, что вы тут это... О! И это вся? И это все... Господи, они не могли дать отпор двум-трем... Ладно. Поселенцы. Что с них возьмешь? Так, это тоже все забираем. А, это... Я думал, что молоток нельзя взять. Это у нас верстак. Так, жетоны. Так... Дробовичок, патроны, стимулятор, броня. Ладно, это было... Это было просто. Можно было и без брони сюда смотануться. Ну, я на всякий случай, мало ли, вдруг тут, блин, как вот тогда я спускался, да, где-то в подземку, там, блин, капец, и рейдеров было, тьма таракания, и плюс мутанты были. Я бы там без брони, конечно... пострадал. Плюс там, по-моему, если я не ошибаюсь, даже два рейдера были сначала на улице. Мне в кратере попался один в силовой броне. А второй был в силовой броне, но без шлема внизу уже, непосредственно в... Извиняюсь. Непосредственно уже в, ну, внизу. Не в кратере, а уже внутри, в скале или где-нибудь там были. В общем-то, там. Вот, поэтому я бы уже без силовой брони бы агребульки-то получил по самой не хочу. Собственно, ладно, пойдем тогда отчитаемся. Мы, наверное, прям сразу перенесемся, чтобы не бежать. Отчитаемся, что все хорошо. Мы наваляли троим. Да, троим. Рейдером. Охота, так сказать, рейджером. Рейнджером. Пауэр сила, блин. Так, берем оружие. Сколько у вас тут? О, Ада! Вот она ты где. Ну-ка. Так, больше они вас не беспокоят. Да, конечно. Так, давай-ка. Пайпер, конечно, прости, детка. Ты очень сексуальная, ты, конечно, поинтереснее выглядишь, чем Ада, но... Пора в путь. Так, Пайпер, давай... Теплица, так, станция... Терперсбал, ферма. Ну, давай, пусть она в замок отправляется. Твердить. Все, я просто не знаю, как мое поселение называется, где я, собственно, постоянно трусь. Так бы я бы туда всех своих бы отправлял бы. Увидимся, Пайпер. Без обид, ты, конечно, очень-очень секси-леди и все дела. Но все-таки данный робот мне будет пополезнее, тем более в институте, я считаю. Может быть, я, конечно, кого-то посерьезнее найду, посущественнее. Естественно, я тогда возьму его. Но на данный момент пока вот Ада, она пока вроде лучший кандидат на эту роль. Так, хорошо, ладно, тогда возвращаемся непосредственно к нашему основному заданию. А, нам сначала нужно отчитаться. Правильно, да, точно. А, все равно туда надо, поэтому не проблема. Себе чаечек навел. Люблю, что играть и подтягивать чай. Ну, вообще просто что-то подтягивать. Что это? Что смотреть тоже, когда смотрю какие-нибудь видосики, тоже люблю. Либо что-нибудь пожевать. Ну, пожевать все-таки при записи это будет не очень этично. Но буду сидеть и...
Вот так вот, ну, это не очень круто будет. Так, где у нас наше, так сказать, начальство? Вроде как я генерал, но мне приходится отчитываться. Ну, эх, Адай, какой ты все-таки смешной робот на самом деле, блин. Ну, зато польза от тебя немало. Чего тут все собрались? Я не понял. У вас что это за совещание? Почему не работаем? All safe and sound again. Good. This is how we're gonna take back the Commonwealth. One small victory at a time. But так, ладно. Our work is never done. It's what we signed up for. I've gotten word that one of our settlements has driven off an attack. Выполнено. Подсыпали мне немножко опыта. Ладно, все, спасибо за информацию. Погода портится. Давай тогда мы сейчас займемся. Ну, уже теперь. А че? Не? Ты исчезнешь, нет? Цель путешествия, кому все. Че, опять что ли? Да, блин, ну, давай потом уж тогда. Все, у меня основное есть задание. А то сейчас начнется там туда сходи, сюда сходи, то принеси, то отнеси. Тех спаси, тех не спаси, блин. О, погодка как испортилась. Ну, ничего. Вот, блин, мог в солнечную погоду здесь все сделать, но не успел. Так, ладно. Давай, о, работяга работает. Здесь нужно еще подвести, по-моему, питание, насколько я знаю, да? Единое питание ко всему. Поэтому надо поставить максимально мощную штукенцию. Так. Питание. 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 Генератор. Производит 5. Производит 10. Производит 3. Средний генератор. Блин, мне, конечно, 10 было повыгоднее, но, блин, от воды вести. Ладно, пока поставим здесь. А сколько здесь всего надо, интересно? Питание. Мне вот просто непонятно. Давай сюда поставим. Так, я еще, на самом деле, не занимался особо этими всеми вещами, конечно, но... Так, давай. Сюда такой переходничок поставим. Чтобы у нас провода тут сильно не болтались. Так, и теперь... Так, прикрепить провод. Сюда. Прикрепить. Есть. Сколько там тут надо питания? Покажи. Ладно, окей. Я не настаиваю, ничего страшного. Так, давай сюда. Так, отсюда. Сюда. Ух ты, ёб твою. Питание 20. Да, кушать-то оно не слабо. Так. А к чему он вообще прицепляется? Что же тут? К чему-то же должно цепляться, или я ошибаюсь? Окей. Давай пока не будем цеплять. Хотя написано необходимое питание. А к чему цеплять-то? Что-то я не пойму немножко. Интересно. Так. Что не так? Ну, подай-ка посмотрю. Построить. Это все есть. Галочки стоят на всем, правильно? Все, значит, собрал. Так, а если я поставлю еще один генератор рядом, подцеплю еще раз. Так, это получается здесь сколько мне выдает? Это 5? 5, да? Это, блин. Надеюсь, у меня материал такой хватит. Так. Не трогаем. Питание, генератор. Сколько он выдает? 3. Ой-ой-ой, подожди. Вот, 5. Это получается, здесь нужно сюда 20. Это здесь получается, ё-моё. 4 генератора надо поставить. В общем, сразу 4 ставим, если у меня хватит. Раз. Пока будет топорная работа, потом... Потом я эти генераторы распределю, пока они нужны мне. Потом я, естественно, их расставлю.
Ой, поставь на место. Так. О. Так, с этим мы разобрались. Как мне эту тему подцепить-то? Эй. Что-то когда все искрит, все опасно, страшно так. Так, может быть, надо как-то эту антенну подцепить к чему-нибудь? Не? А сколько нужно мне питать? А, ну все, оно есть, да, питание есть, отлично. Так, это пропало питание. Здесь вообще ничего не подсвечивает. Здесь тоже есть, все. Подожди, я костюм надену, но получше. Надо же приготовиться, так сказать, все-таки. Так, ну, в общем-то, я поменял броню. Давай попробуем сюда, кстати, я сейчас сохранюсь. Что-то я ничего не понимаю. Так, ну здесь питание получается. Может быть, ну-ка, подожди-ка. Может быть, сюда надо поставить катушку, ну, как бы, типа, там, ну-ка, сейчас... Или... А, слушай, подожди. Во! Вот так вот это выглядит. А антенну какую-нибудь надо внутрь поставить? Ну-ка, подожди. Да нет. Вроде не надо. Наверное, где-то ее надо рядышком воткнуть, да, я думаю, так. Давай пока какой-нибудь сюда поставим ее. Мне кажется, знаете, что следует сделать? Может быть, ее... Не-не-не, ты что? Мне кажется, ее стоит вот эту цепить штуку. Да, отцепись ты ее. И вот сюда. К единой системе. Так, ну давай попробуем встать. Да что ты, не надо ничего там убирать. Да чтоб тебя. Что-то как-то не работает. Мать твою за ногу. We'll have to hook it all up to the same power grid. К одной. Так, ну у меня они от разных питаются. Ладно, сейчас секунду покумекаю, тут все правильно. Так, я забыл еще один поставить препарат. Препарат, прибор. Это консоль. Возможно, что надо, чтобы она тоже присутствовала. Так, давай поставим. Так, отлично. Так. Не, похотим, давай, что, не хватает, что ли? Ну, давай тут отцепим, она нам, по сути, не нужна. Так. Кипить провод. Так, ну-ка. Разобрать. Да. Так, а здесь у нас вот это тоже можно, наверное, отцепить, да? Ага, хрен с два. Так, а что здесь у меня? Вот этот не подцеплен? О. Так, теперь... Этот. Ну что, ему до сих пор не хватает энергии, что ли? Все, вроде хватает, да? Да, все, ну должно хватать. Так, ну-ка. Что там? Все, ладно, я тебя понял. Ай, блин, точно, надо же подключить все к единой сети. Так, уберись. Так, давай тогда сюда поставим, пока что. Сюда что, нельзя?
Ну ты, блин, давай сюда поставим. Сюда, так. Блин, уберись. Какие вечные проблемы с этой всей системой. Так, прикрепить. Вот сюда прикрепись, здесь и болтайся. Отмена. Так, ну давай просто отсюда подцеплю, да и все. А, так он подцеплен уже? Ну да. Все, что? Без электричества эта штука работать не будет. Все. Сиджи тут понатыкал. Просто генераторов Кирова гора. Чтобы эту новогоднюю елку зажечь. Ну а что делать? Делать нечего. Вроде все, да, мы сделали. Все подцепили, все работает. Этот теперь тоже заработал. Я его подцепил непосредственно к этой антенне. В общем, ладно, тут теперь у меня тут полное безобразие. Ну, потом это все, естественно, снесется, либо переставится, если это будет, в этом будет необходимость. Так. Может быть, на какой-нибудь белочке проверим, я не знаю, что прямо сразу это. Давай сначала... А, ну что, нет, я думал, он сказал, давай проверим, а он, это вопрос. Поехали. I'll start scanning for an institute signal to lock onto. Then, I fire her up, and we see what happens. И посмотрим, что... Я, говорит, нажму пуск, вы вставайте на платформу, а я нажму пуск и посмотрим, что будет. Классно, давай, наверное, сохранимся. Ну что? Фух, погнали. Строение, блин. Строение века. Ну что ж. Да, инженер-строитель с меня не алё какой. Окей, hold real still. I don't want any corruption of the molecular beam. By the way, I figured this was a golden opportunity to find out as much as we can about the Institute, what they're up to. Yeah, this holotape's all set with a program that will scan their network and download anything it finds. Yeah, we better hurry. And don't worry about that tubing wiggling around. It's, just there for decoration. Okay. Nah. Scanning for the Institute signal. Для красоты. Tracking RF. And... Got it. Hold on to your butt. Шланг для красоты там. Оторвала шланг с воздухом. Для красоты, ну... Так, молекулярный уровень. Это Институт? А вот, походу, ихний, да, препарат. Так, сохраняемся уже. А я один, да, здесь, получается? Ада сюда не тпшнулась. Ух, чувствую, мне, наверное, моего оружия будут не доставать. Так, ну ладно, я самое главное, что прикупил ее, собирал патроны и... Прикупил вот патроны для вот этого вот чуда. Плюс нашел, прикупил, в общем, все деньги, которые у меня были, все, что я выручил, я все потратил. Всех этих обошел, блин, гребаных торговцев и там, и сям, в общем, и купил вот где-то около, ну, чуть больше 1000, наверное, у меня патрон. Так что, если что, есть чем отбиваться, друзья. Так что я приготовился к данному путешествию. Вы не думаете, что я сюда с пустыми руками пришел. Не-не-не. Нифига подобного. Так, ну у них тут порядок. У них тут довольно-таки цивильненько, я бы сказал вам даже. Такая музыка прямо нас встречает. Прямо победная, знаешь, прям такой победный марш. Прямо, эх, это такой музыка надо встречать в конце, а не в начале. Так, что это такое? Компьютерный терминал использовать. Так, открыть журнал доступа. Последние сеансы. Проверка. Ошибка сигнал перенаправлен. Это, походу, то, что вот были какие-то отправы. Вот это, походу, ошибка. Это и есть наше вмешательство. Окей. Все, наверное, да? Странно, почему здесь никого нет. Интересненько. Ёпта. Отец? Привет? You're quite resourceful. I'm known as Father.
The Institute is under my guidance. Okay, I know why he's here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. Отлично, я должен доверять кому-то голосу. Так, учреждение закрытого типа, войти в лифт. Но у меня, походу, выбора особо нет. Так, давайте, друзья, знаете, что сделаем? Мы на этом серию закончим, такая вот, на 25 минут у нас будет серия. Приключения в самом институте мы уже увидим с вами в другой серии. Вот такая вот интрижка, такой вот я мерзавец-подонок. Ну, почему мерзавец-подонок? В принципе, это... Надеюсь, что будет интересно. Лично мне интересно, что же будет дальше. Соответственно, мы с вами увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.